А перед началом этого ролика я бы хотел вам порекомендовать проект Dark RP Подмосковье. На сервере присутствует активная администрация, постоянные ивенты, банк, машины и наркотики. Не пропустите набор в администрацию, ссылка и IP в описании под этим видео. Здорово, народ, вот наконец-таки подоспели первые админ будни, которые будут на моем канале. Я их сколько лет не делал, меня просили, меня умоляли, писали в комментариях, в ЛС, в группу. Вот я и решился, в принципе, их сделать. Набрался терпения, нервов, смелости и побежал джайлить всех направо и налево. Всем приятного просмотра. Админа вызывали. Кто тебя убил просто так? Дочь. Да я уже нашел, подожди. Здорово, на тебя жалоба. Рассказывай все, как было. Да не тебя слушаем сначала. Тише, дядя. Давай, Сеня. Но он видел то, что ты кого-то там убил? Нет, он не видел вообще. А, ну... Не стреляй, не слышно ни хера. Смотри, ты там двух типов убил, как я помню. Ты что, тупой, что ли? Нет. Смотри, как я понял, ты убил двух типов, и он этого не заметил. И потом прибежал, тебя убил. Блять, ты что, ебанутый, серьезно? Я тебе ты случайно молотком, блядь, по голове бы нажал с удовольствием. Ты мне скажи, он тебя без причин по-твоему слил, да? Заказ. У него... А откуда ты знаешь, что он киллер? Ну, он одет странно. Ну, а, то есть любой, кто одет странно, тот киллер, да? Ты, блядь, заебал меня, иди нахуй! Так, говори, что такое? Просто так застанил? Ты глупый? Тебя сейчас спрашивают, ты его просто так зачем застанил? Он плохой, я говорю. А, ну окей. Значит, ему в нари. Готов. Оба-на, оба-на. Админ ТПФ Кил плюс тяжа оружия охранника. Здорово, админа вызывал. Ты убил фрикил, плюс у охранника те же оружие, АК. Но охранник на то и охранник, чтобы носить оружие. Так, зам главы Бедланов тебя из 74-го калаша убил. Сейчас я быстренько его сюда приволоку. Здорово, братан. Короче, на тебя жалоба. Ты убил просто так человека. Чем он тебя убить пытался? Как убить пытался? Да, сдох тарелка макарон. И он стал гражданином. Так, короче, я смотрю, киллер был убит, и он стал гражданином. Ты садишься в джайл за фрикил. Да, свидание. Отвисаем вообще отлично. Опа, на, подождите. Меня вызывают. Здравствуйте. Вы не хотите поговорить о боге? Да, сейчас посмотрим. А тебя... Тебя мой друг Entity какой-то убил, лол. Ну, чувак, это проб. А кто именно палочкой тебя убил? Ты можешь ник мне сказать? Вот он. Вот этот вот в красной шляпе? Добрый вечер, на вас жалоба, то что вы убили чувака, просто так кинув его палочкой. Он убил человека, представлял мне угрозу. Он убил двоих людей. Заткнись, не отвлекайся сейчас, не перебивай. Что случилось? Просто ты его палочкой подкинул. Причина не очень такая корректная. Ты к этим делам никак не относился. Джайл,
Полу 120. Здорово, Барри. Не понял. Сейчас тебя тэпну, подожди пару секунд. Пару секунд я тебя тэпну, чтобы другие не доставали. Да. Короче, у чувака заказ на копа. Я выхватил, короче, на все. Говорю, ну ты гандон. Он за мной бежит, и я забегаю в двухэтажку. Он его убивает. Тот, кто там такой камни говорит, соси. Как будто охерел. Он просто достает свою гребаную палку, и я что, это не это норм? А причина ареста какая? Тебя убили, да? Блять, он говорит оскорбление, а я рассказал в прошлой жизни. Его уже после этого убили. Я говорю, там банк грабят, он будет соси. Так ты его в прошлой жизни оскорблял? Я вот услышал себе. Нет, да, в прошлой жизни я его оскорблял. А, тогда ладно, подожди, сейчас. Здорово. Вот он чай. Он тебя арестил. Но ты его не помнишь, у тебя новая жизнь началась. Все. Полетели. Здорово. Здорово. Кто посадил и за что? А кто посадил? Сейчас подожди, гляну. Чай has arrested fidget autism. Окей, ща его тэпану, он уже второй раз, кажется, будет сидеть. Здорово, по какой причине ты арестовал этого человека? Какой бред? Я вот что-то понять не могу. Он тебе как-то мешал, что ты его посадил или что? Ну и что дальше? Но то, что он говорит в микрофон что-то, это не дает тебе права его за это сажать в тюрьму. Так что это, чувак, фри-арест. Чай. Сиди еще столько же. Опа, еще один заказик у нас. Здорово. Вот, был около дома, около твоей квартиры. И он зачем-то меня убил, понимаешь? Я купил квартиру, Пим? Он меня убил. Дядь, пришли на кило, объясняй. Вот зачем-то меня убил, когда я купил квартиру и шел в уже Мьёрич. Слышь, давай-ка ты уже в Джале Трио вот сидишь, окей? Ты что-то не в себе, кажется. О, не в себе, вот знаешь почему? Вот, ты уже встречалась, я отрицательно думала. Да, это админ-арбуз получается, да? Я на форум пошел, все. Ты уже право нарушаешь какой раз. Ты не слушаешься полицейских, их приказы, это ФРРП. Да, я все понял, я админ арбуз, хорошо, я админ арбуз, я админ арбуз, админ арбуз. Я